বিজিত ঋষিক বায়ু বিরদন্ত মুন সুরগম জয়তন্তি অন্তু মতি লোলমুপায়খিদ ব্যাসন শতামৃত সমবহায় গুরুশ্চরণম বনিজিবাজ সন্ত কৃত কর্ণ ধরাজ লোধৌ বিজিত ঋষিক বায়ু বিরদন্ত মুনস্তরগম। শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ told, a man who is not inclined under the lotus сказал, что тот, кто не склонен, не предан лотосным стопам гуру и вайшнавов, он подобен животному. Шрила Прабхупад сказал так, что человек, кто не принял прибежище у лотосных стоп чистых вайшнавов, кто не предан, не склонен к преданному служению и к лотосным стопам чистых гуру вайшнавов, садгуру, он подобен животному. Может быть, даже его положение более худшее, чем у животного, поскольку животное может что-то плохое может сделать, но в каком-то очень ограниченном количестве. Но человек, который не склонен, не предан анугатихин, тот, кто не развивает в себе анугати, может быть, он принял дикшу на показ, но он более падший, чем животное, поскольку он может делать много вещей гораздо хуже, чем животное. Животное не может сделать ничего плохого, в большом количестве имеется в виду. На самом деле, никто не может контролировать свои органы чувств. Вы не можете контролировать свои органы чувств до тех пор, пока вы не находитесь под руководством гуру и вайшнавов. До тех пор, пока вы не разовьете стопроцентное шаранагати, вы не можете развить контроль над своими органами чувств. Это невозможно. На самом деле, из Упанишат можно найти «Ясу деве паравати ятха деве татха гуру, тасыши катита хи артха пракасан тамахатмана». Вот это что? You heard this law? Yes. Слышали ее? «Ясу деве паравати ятха деве татха гуру». If you have если у вас есть бхакти лотосным стопам садгуру и тоже бхакти, оно должно быть направлено к Иштадеву, к вашему поклоняемому Господу. Если у вас есть такое бхакти, такая крепкая вера в лотосные стопы гуру вайшнавов и Кришны, то тогда и только тогда сокровенная суть этого трансцендентного мира, она может быть явлена вам, иначе нет. Вы не можете понять никакую мистерию трансцендентного мира. Вы можете приходить, слушать Харикатху, соблюдать Акадыши и еще что-то. Но Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур говорит, что большинство людей, они приняли прибежище у какого-то гуру, они следуют каким-то правилам и предписаниям, они отправляются в святые места, в дамы, соблюдают экадыши, правила и предписания, некоторые повторяют харинам, но они не продвигаются на пути. И какова же причина, стоящая за этим? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что большинство людей, они не заинтересованы об оскорблениях. Они совершают оскорбления день и ночь, осознанно или неосознанно, но они не могут осознать этого, что они совершают оскорбления. Это чувство на Баджан Раджа, этот духовный, духовный путь, он настолько высок, настолько
сложно, что обычные люди, они не могут понять всего величия, всего значения этого. И вот Шрила Прабхупада говорит, Ясодеве Парабхакти, this Parabhakti is nothing but Akinchana Bhakti. Парабхакти, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур говорит, это Парабхакти, она олицетворяет собой Акинчана Бхакти. Акинчана Бхакти, это значит, что у вас нет не просто желаний, а даже запаха, никаких посторонних желаний, и тогда это Акинчана Бхакти. Почему вы поклоняетесь Кришне, почему вы любите Кришну? И этот Акинчана преданный, он может, не может сказать, что я не знаю причины, почему я люблю Кришну. Я не знаю причину, почему я люблю Нитянанду и Гурангу. Я не могу сказать. Он может сказать, что на самом деле я не знаю почему, но по милости Верховного Господа я нахожу, что это моя единственная цель в моей жизни, что я должен следовать ей. Акинчана Бхакти, Нишкинчана Бхакти, это то же самое. Я не знаю, но я вынужден любить Кришну. Почему? Нету причины. Ахайтуки Бхакти. Нет причины. И сейчас суть в том, что Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что Акинчана Бхакти, она не отлична от чего? От того, что говорит Рупа Госвами. А что говорит Рупа Госвами Пад? Рупа Госвами Пад говорит, какое же определение? Аннабиласитасуньям гьянакармаги анабритам анукулле на кришнану силарам бхакти руттам. Прабхупад speaking, Ясодева Парабхакти, Парабхакти, that is equal to the same sloka by Rupa Goswami Pada. Это то же самое от Шрилы Рупа Госвами Пада. Что не должно быть никакого абхилаша, еда. Я не могу сказать, не должно быть даже запаха, никаких желаний. Аннабилас. Аннабиласита. Adjective. So why is speaking this way, Rupa Goswami Pada straightway can speak? И почему Рупа Госвами говорит так, а не вот иначе? Annabilasita sunyam. That means the smell of any desert should not be there. Это значит, что у нас не должно быть даже запаха никаких посторонних желаний. А гьяна кармади. Not speaking gyana karmadi sunyam. Not speaking this way. Gyana karmadi anabritam. Gyana karmadi. But why? First one when speaking annabilasita sunyam. But the second one, gyana karmadi anabritam unveils. There should not be any covering of gyanam karma. Covering means не должно быть покрыто ни гьяной, ни кармой. Это покрытие, что значит майявади гьян и различные виды гьяны, которые можно развить, но эта гьяна, она полностью запрещена. Майявади, они тоже могут сказать, что у нас есть гьяна. У нас есть гьяна. И мы можем и воспользоваться, и то есть избавиться от материального рабства. А как избавиться от материальных оков? Material bondage you can cut by Guru Bhakti and gain. Материальные
материальные оковы можно избавиться от них с помощью бхакти и гурусева. А майявади, они тоже, они утверждают, что посредством гьяны они могут избавиться от материальных оков. Но это не вечно, это просто на какое-то время. Их освобождение от материального рабства, оно временно, а бхакти — это настоящее вечное решение, а кинчана бхакти. Это то, через что вы можете развить сильную любовь к Кришне, и автоматически вы можете избавиться от материального рабства. Вам не нужно думать об этом. То есть это автоматически произойдет. Бхакти значит, это делать что-то для Кришны. Бхакти значит, бхакти — это естественное состояние вашей души, это естественная склонность вашей души. Это значит делать что-то для преданных, для Кришны, для Дхамы, для Намы, для Тадьяваства. Я имею в виду, что делать что-то для Кришны или всего, что связано с Ним, с Кришной. То есть бхакти — это делать что-то для Кришны и всего, что связано с Ним. Если вы заняты этим, то это и зовется бхакти. И это бхакти. Если вы совершаете бхакти, но не знаете, что за бхакти в вашем сердце, то общением с Гуру и Вашнавами вы можете осознать, что ваше бхакти увеличивается, поскольку ваше осознание возвышается, увеличивается, если ваше осознание возвышается, ваше чувственность. Ваше чувство, оно достигает более высшего уровня, то вы можете быть уверены, что вы правильно идете по пути. Если вы совершаете настоящее бхакти, то автоматически это должно произойти. Паришану бхав значит. Бхакти паришану бхав значит. Бхакти паришану бхав бирактир аннатра чойчо трика ек калаха. Prapadamasya kuttusti pushti anugasam. So, и вот определение бхакти дал уже Шрила Прабхупада, что бхакти — это естественное состояние вашей души, естественное занятие вашей души. И другое определение — это делать что-то для намы, дамы, парикара, вашиштхи, то есть и для Кришны, то есть и для Кришны, все, что связано с Кришной. То есть делать что-то для Кришны с его окружением и всему остальному, что связано с Кришной. Если вы хотите совершать какое-то служение этому, то это очень хорошо. И вот бхакти — это естественное склонность вашей души. Бхакти — это действие, это не что-то пассивное. В санскритской грамматике бхакти говорится, что те, кто знают санскритскую грамматику, не могут понять. Для служения бхаджидхату, то есть значит, что делать что-то, бхакти, значит действие. Это имеет динамический характер, и паришану бхав значит. Паришану бхав means паро ишо анубхав. If you split up in sandhi grammar, Vyakaran, then you can find Parishanubhav, Paro, Paro, Isho, Anubhav. Paro mean excellent, topmost. Paro mean topmost. Who is topmost? Govinda Mahadi Purusham Tamam Vajami. Para значит наивысший, а кто? Наивысший, Говинда. Nothing is there. Нет ничего выше, чем Говинда. И Сарупгасай говорит. На чайтаньят кришнат жагати парадатта парамьо. Сарупгасай writing.
И Сваруп Госвами в Чайтанья Чайтамрите говорит. Это значит, что оба Кришна и Кришна Чайтанья Махапрабху, они не отличны, они парататва в своей наивысшей степени. That's some finite conception I am putting. Но это наивысшая степень не значит, что неограничена. Это наивысшая степень. Я говорю таким образом, но будьте уверены, что Кришна и Кришна Чайтанья Парататва, они находятся в наивысшей степени. Но не значит, что мы ограничиваем их этим лимитом. Это странно, но в предыдущий раз я говорил. It's very, you know, confusing matter, you see. No antar yaso, no vahi. You cannot, you know, Gopal, Yashodama want to bind Gopal, but not successful. Вот Яшодама, она пыталась связать Гопала, но это было неуспешно. So you see, и вот смотрите, Parishanu Bhav значит Пара Ишо Анубав. Если у вас есть чувство о Кришне и Кришне Чайтанья, поскольку и Кришна, и Шри Чайтанья Махапрабху, они Свайямбху Бхагаван, они оба, как Кришна, так и Кришна Чайтанья, они Свайямбху Бхагаван. Что это значит? Свайямбху Бхагаван значит, что нет никакой причины, стоящие за Говиндой, то есть за ними. В научном исследовании, те, кто занимается научными исследованиями, они вначале они пытаются найти причину, почему это случилось, то есть какова же причина, и они исследуют все и находят причину, но то есть они находят причины из каких-то последствий, находят причину. И так постепенно доходит до изначальной причины. И вот behind Govinda. Govinda is the ultimate. Everything, all, anything. If you go back, if you want to trace out the reason, и вот если вы хотите найти причину чего-либо, как, например, Шри Чайтанья Махапрабху, он объяснял грамматику. Шри Чайтанья Махапрабху, когда вернулся с Гая, он начал объяснять Вьякаран тем ученикам, говорил о Дату Рупе и Шабду. То есть он объяснял о Дату Рупе, он говорил. В общем, он объяснял грамматику, но это все было в связи с Кришной. То есть он объяснял, находил связь с Кришной, и ученики думали, что он сошел с ума. Раньше он не говорил такого, но сейчас начал так говорить. Но все, что он говорит, это все точно. Все, что говорит Нимай Пандит, он не может, ну, никто не может что-то лучшего сказать. И вот смотрите, Говинда — это изначальная причина. И Парешану Бхав значит, что у вас должно быть чувство к Кришне и Кришне Чайтанья. Пара, вот эти слова пара, иша, анубав, паришанубав. Бироктир аннатро. Detachment for material thing. Бироктир аннатро. Аннатро mean rather than bhakti matter.
Если я могу развить непривязанность, которая не связана с бхакти, то это бесполезно. А если мы сможем развить какие-то качества, которые связаны с бхакти, это будет гораздо лучше. Арнотра значит другое. То есть то, что не связано с Кришной. Если я могу развить какую-то непривязанность, but you are not developing detachment from material thing, no, it's absurd. It cannot so happen. А, то есть Махарадж говорит, то есть если мы совершаем бхакти, то непривязанность и другие качества, они автоматически придут к нам. Parishanubhav, you are not having any direct feeling of Krishna, and no detachment you are developing from material thing. Attachment is fully there with you, inside your heart, then we cannot believe that you are doing effective bhakti. То есть если эти качества не развиваются в нас, то наша бхакти получается, что несовершенна. Упанишады говорится. Ясо деве пара бхакти, this пара бхакти is equal to акинчана бхакти. Пара бхакти, она равна акинчана бхакти. That is also equal to the definition given by. И также это равно определению, которое дал Рупа Госвами. Анна виласита суньям гьяна кармади анабридам анукуллена кришнану сирана бхакти уттама. Also, I already discussed this matter in the month of February. Я уже говорил это зимой. I already discussed in details. So гьяна кармади анабридам мин. И вот гьяна кармади анабридам значит, что шудда гьяна она должна быть. Если у вас нет знания, как вы можете совершать бхакти должным образом? И те гопи внешне можно видеть, что гопи они говорят, что мы не образованы, может быть. Кришна ушел в Матхуру от нас. Там Кришна может обрести Севу от более образованных гопи, а мы необразованные, поэтому он, может быть, ушел от нас, а мы просто живем во Вриндаване. Но думаете ли вы, что они необразованы? Кто-то думает так? Нет. Они имеют наивысшее знание, но это знание, оно покрыто Мадхурией. Они лучи из гьяни. Но все же, эта гьяна, она покрыта Мадхурией. Если гьяна влияет на них, они не могут наслаждаться отношениями с Кришной. И поэтому они совершают бхакти, но гьяна, она есть. Нахалу гопика нандано бхаван Акхила дехинам антаратма дрик. How is that possible? И как это возможно? How is that possible, гопика? Все гопи говорят. Нахалу гопика нандану бхаван. We know it for sure. You are not the son of гопика. Actually, I know. We know your tata. Мы знаем, кто ты на самом деле. Они говорят таким образом. Нахалу мин. Нахалу in Sanskrit mean. We know it for sure. На санскрите значит, что мы знаем это наверняка. И после этого вот эти слова говорятся, что ты находишься в каждом сердце. А так, Параматма, это, что это значит? Это гьяна. Когда они совершают какую-то лилу с Кришной, они не чувствуют, что они гьяни. То есть у вас также может быть такое чувство, если вы достигли совершенства. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит об этом, у вас не будет никакого
ну, самомнения, никакого эго, как, например, нищие, они, ну, думают, что у них ничего нет. Что у меня ничего нет, поскольку Кришна, он ушел, но он не со мной. Кришна — это единственная собственность, к которой мы должны стремиться, но Кришна, он не с нами, и мы так подобны нищим, находясь в таком состоянии, и у вас может быть такое чувство. А сейчас мы думаем, что у нас что-то есть, какие-то деньги или еще что-то, или какая-то собственность. Мы гордимся нашей собственностью. Если вы привязаны к этому, это подобно оковам. И это очень тяжело избавиться от влияния всего этого. И смотрите, эти слова значат, что да, у вас может быть знание, гьяна, карма, у вас может быть, но ваша карма, когда вы совершаете бхакти, это не карма, это бхакти, это может выглядеть как карма. А ваша гьяна, она благоприятна, если для бхакти. То есть та гьяна, которая не благоприятна для бхакти, мы должны избавиться от нее. Понимаете, о чем я говорю? И вот Бхактивинода Тхакур плачет. 150 лет назад Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, но много людей, они говорят, что мы приняли прибежище у Гурудева. Может, не знаю. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что много людей не принимают прибежище у Гуру. И они могут как-то показывать, что они совершают баджан, они посещают святые места, повторяют харинам, следуют экадаши и прочим праздникам, но бхакти у них не развивается. А почему так? Какова причина? Вот тогда Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, они не заинтересованы в том, что какие-то оскорбления они совершают, осознанно или неосознанно. Должны быть очень внимательны насчет этого. Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж был настолько внимателен перед тем, как он никогда не хотел давать никому дикшу, но вынужден был нескольким дать, то есть он был против. Точнее, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Но все же, когда кто-то приходил, он говорил об оскорблениях, и он говорил, что совершайте бхакти, это хорошо, не совершайте бхакти, но тоже пойдет. В следующей жизни можете продолжать, или через одно оскорбление не совершайте. Если вы совершаете оскорбление, вы будете деградировать, деградировать и деградировать. Майдеви, она опустит вас. И поэтому не пытайтесь совершать оскорбления апаратхи, лотосным стопам, дамы, намы, бхактам, Кришне, даже относительно обычных людей. Шрила Бхактивинода Тхакур в Баджанахасе говорит, есть различные виды оскорблений. Кришна наме, Кришна сарупе, лотосным стопам самого Кришны, лотосным стопам намы Прабху, святого имени Кришны, бхактам, преданным Кришне и Аньяной. То есть всем остальным, всем людям. Даже у вас нет права оскорблять обычных душ. Вообще живых существ нельзя причинять беспокойство. Причинять какие-то проблемы другим живым существам. Вы должны всегда находиться в нейтральном положении. И вот суть в том, у вас может быть бхакти, вы можете совершать карму. Бхакти карма, you are cooking, you are going to market,
Вы, например, делаете что-то для Кришны, ваша жизнь, она полна Кришна Бхакти. И тогда вы можете осознать. Вот смотрите, сегодня я хотел рассказать о славе Пурушоттам Враты. Пурушотта Врата о Чатурмасе, о Картике. Они очень важны для нас. Вот суть в том, что Шрила Бхактина такого говорит. Кришна Бхакта Бхавет Дайва Асураста Випаржай. Those who are Krishna Bhakta, they are Daiva. Те, кто Кришна Бхакти, они, у них есть чувство дайвы, то есть божественное. А те, кто не совершает бхакти, они демоны. Вот это говорится бхавет, это слово утверждение. Кришна Бхакта бхавет дайва. Но кто-то не полностью предан Кришне, может, они что-то, ну, как-то соблюдают, что-то делают. А те, кто преданные или ходят в одежде преданных, если они, ну, демоны, то это другое. То есть в одежде преданных, если я, ну, если я ношу одежду преданных, но действую, все, делаю все против преданных и преданного служения, может, что-то, ну, в какой-то даже шафране или еще в чем-то, но это не важно, то есть важно, что он делает. То есть если он только препятствует преданному служению, то это демон. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур что говорит? Я говорю то, что он сказал нам. Обычные люди, они не знают, даже преданные, они тоже не знают. Большинство людей не знают о славе Пурушоттам Враты, о славе Чатурмасе Враты. Думаю, что достаточно картику следовать и хватит, а все остальные как бы нужды нету. Но Парампуджи Прачила Кеша Госвами Махарадж, Шрила Прабхупада Бхактивинода Тхакур, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, они никогда не позволяли такой сахаджийской концепции быть. Если вы Гауди, особенно Сарасват Гаудия Бхакта, у вас есть некая особенность, вы не можете игнорировать ее. И какова же эта особенность? Перед тем, я уже сказал вам, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур говорит, мы Гауди Сарасвати Гауди Сампрадай, у нас есть некая особенность, и кто-то может спросить, какова же эта особенность, какая это особенность, какое отличие, особенность относительно Сиддханты и Севы. И вот эта особенность относительно Сиддханта, мы не можем говорить ничего неправильного, это невозможно говорить какую-то ересь, поскольку Сиддханта, она должна явиться в нашем сердце по милости Гуру Вайшнава, Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура, Сиддханта и Сева. У нас есть особенность насчет этого. И много раз я говорил, что Сиддханта и Сева, они не отличны. Почему? Сиддханта и Сева, они таковы. Когда вы можете найти Сиддханту в практической форме, это есть Сева. И когда вы можете найти Сиддханту в какой-то практической форме, это и есть Сева, настоящая Сева. А если вы находите это, ну, Севу в теоретической форме, то это Сиддханта. То есть, ну, любая Сиддханта, присутствующая в сердце чистого преданного, она также есть в его жизни в практической форме, и поэтому они могут говорить подобно огню. Они не теоретики, они все делают на практике. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, те, кто вайшнавы, для них это очень, они должны соблюдать, а обычные люди, находящиеся в четырех варнах и ашрамах, они тоже должны, обязаны соблюдать четырмасу, а если они не следуют, они будут наказаны, они получат какое-то, что, нечто плохое за это. Они должны следовать Пурушоттам Врати и четырмасу Врати, вы должны следовать этому, и нет никаких причин этого избегать. И вот согласно солнечному календарю, согласно лунному календарю,
через 32 месяца, чтобы синхронизировать солнечный и лунный календарь, то автоматически один месяц добавляется. Понимаете? Появляется дополнительный месяц. Solar calculation and lunar calculation. Then if Chandra Chandramas and Surya Siddhanta Suryama calculation solar calculation. If you go automatically after 32 months, you can find 32 месяца мы находим, что дополнительный месяц появляется. That 1 month is extra. Just you cannot find any application. Ну, его в этот месяц как бы ничего нельзя делать согласно смарта традиции. То есть те смарты, парамартха, это отдельная категория. Они могут понять величие Кришны и могут понять величие этого месяца, связано с в отношении с Кришны, но смарта они не думают об этом. Смарты заняты смарта-вичаром, то есть согласно наставлениям вед внешних. То есть они одурачены. In Gita, it is Puspita Vacha. В Гите говорятся такие слова, что они. Very nice, very decorated. You can find some instruction in Veda. Ну, то есть они сбиты с пути цветистым языком. If I can do this Gita, then I am going to get this result. Fruitive activities. То есть они заняты действиями ради его плодов после какой-то кармы. They are automatically attracted by this kind of speech and instruction. So what to do? It is there. Karma, karma, vikarma, eti, veda, vada, no lokika. I can discuss this point when I can start Bhagavad discourse. Very nice. И вот эту шлоку мы будем дальше обсудить. Карма, акарма и викарма. Вот эти три вещи можно найти. Карма, акарма и викарма. Карма значит, что значит карма? Карма значит делать что-то согласно ведическим наставлениям. Это карма. Акарма не делать то, что написано в Ведах, не следовать этому, это акарма. А викарма значит делать наоборот. То есть вы не понимаете, делайте все наоборот. То есть вот карма, викарма, эти три вещи. И много других наставлений в Ведах, но будьте уверены, в Бхагаватам описывается. Подобно тому, как маленький мальчик, он не хочет принимать никакое лекарство, очень горько. И мать хочет дать это лекарство, но этот мальчик, он категорически против, очень противно. Then mother, what to do? Mother saying, here is sweet ball. I can give sweet ball if you take this medicine. Показывает ему сладкий шарик и говорит, если ты примешь это лекарство, я тебе дам этот сладкий шарик, иначе нет. Вот подумай дважды. Ребенок соглашается. You can give this sweet ball? Yes, I can give. Then, actually, mother, never want to никогда give a sweetball to. But only reason, if I put this sweetball in front of my son, then he is going to take this medicine. Она дает их для того, чтобы ребенок принял лекарство. Also in Veda, different kind of. И также в Ведах много разных привлекательных слов и привлекательных вещей. Но суть их этих наставлений. What do you mean by Ved? Что значит Веды? Bhagavan speaking. Бхагаван говорит. Ved is equal to me. Веды не отличны от меня. Я олицетворенные Веды. Ved actually equal to Krishna.
Веды, они не отличны от Кришны, но многие, они озадачены, никто не может понять этого. И вот на самом деле все находятся, все озадачены. И в Гите Бхагаван тоже говорит. Что изучив все веды, Риксаму, Яджу, Радхарву и все их ответвления, если вы не можете видеть меня, то для вас это бесполезно изучать веды. И зачем вы их изучаете тогда? В Гите Бхагаван говорит, что я наивысшая цель, вед, это сам я, Верховный Господь. Если вы изучаете веды и не можете понять, что Кришна это наивысшая цель вашей жизни, то это бесполезно их изучать. Если вы в таком ключе изучаете веды, вы просто обманываетесь. So Bhaktivinoda Thakur speaking, вот those who are smarter, Thakur говорит, те, кто смарта, people, они автоматически заинтересованы в смарта-вичаре. Они цитируют какие-то преимущества, которые дают соблюдение тех или иных ритуалов, и они так привлекают глупых людей. И эти смарты и парамартхи, те, кто находится на пути Парамартхи, высшей цели, они могут понять, что Кришна — это наивысшая цель. Может, они не все могут следовать должным образом, но они не, так или иначе не заинтересованы в смарта-вичаре. И тем более они не следуют ему в смарта-вичару. И вот эти две категории смарта и парамартхи. Те, кто совершает парамартху, и вот Бхактивинод говорит, что все обычные люди, Пурушоттам Врата, мы должны соблюдать. Вы не можете избежать Пурушоттам Врата, вы должны следовать. Смарта, они не забудутся. Смарта думает, что Пурушоттам он не благоприятный месяц. Они думают, что мы можем просто не. Это месяц бесполезный, нельзя ничего благоприятного делать, они его просто игнорируют. Но Парамартхи, они говорят, что этот месяц наивысший, как это возможно, что все 12 месяцев у них есть какие-то особые, какие-то благоприятные времена для проведения каких-то благоприятных дней. It is topmost for Hari Bhajan. То есть это. There is no disturbance for the smarta vichara. А Парамартхи говорят, что этот месяц наилучший для Хари Бхаджана, поскольку нет никаких, ну, кармических действий неблагоприятных в этот месяц совершать, и поэтому можно на них не отвлекаться. И поэтому этот месяц наилучший для Хари Бхаджана. И поэтому Парамартхи они получают возможность совершать бхаджан в этот месяц лучше, поскольку никто не отвлекает вас. В этот месяц нет никаких праздников, никаких там событий, вообще ничего. И Бхактивинода Тхакур говорит, почему этот месяц наилучший. Потому что когда этот месяц, все ненавидели этот месяц, но этот месяц, божество олицетворяющее этот месяц, начало плакать и пошло на Вайкунтху и говорит
Вайкунха Нарайни. О, Господь, я смотри, что случилось. Никто не хочет использовать меня. Я бесполезен. Нарайна сказал, пойдем к Голоканатху и спросим. И вот они пошли к Вриндаванчандре и Нарайан. Вайкунтханат, он взял это божество 2 месяца с собой, и они подошли к Голока Бихари, к Бхагавану Шри Кришне, и Малмас, он начал плакать и опять рассказывать свою историю, что случилось. И вот он говорит, что вот так, так и так. Никто не хочет, не любит меня, все ненавидят, о Господь, что же делать? И Кришна начал улыбаться. О, мое имя Пурушоттам. Да, мы знаем. И твое имя тоже Пурушоттам. И всю силу, все качества я могу тебе передать. И кто может не выражать почтение тебе, мое имя Пурушоттам, и я могу все качества дать тебе, что все будут выражать почтение тебе и кланяться. Ты наивысший, наилучший. Я могу благословить тебя, о, Господь, как это возможно? Да. И вот все знают, все преданные, они могут выражать тебе большое почтение, а материалисты, они не заинтересованы. Вот материалисты, они, что, но если нас не уважают какие-то материальные люди, то нам-то что, нам все равно, а преданные, они могут выражать тебе наивысшее почтение. И вот этот Пурушоттам Мас, он когда вернулся на землю, то есть его начали признавать как наивысшим, маг, вайшак. Картик, то есть он выше всех этих месяцев, Пурушоттам Мас, он наивысший. Магмас, Вайшак Мас, Магмас, Вайшак Мас. Но Пурушоттам Мас наивысший. Никто не может сравниться с ним. И Кришна Бхагаван говорит, те, кто могут следовать этой Пурушоттам Врате. Те, кто могут совершать Пурушоттам Врату должным образом для них, они, несомненно, они вернут, достигнут меня. Нет никаких препятствий к этому. Я могу принять их. Я могу принять их в моей даме. Они могут достичь Голоки. И в различных писаниях у нас нет времени изучать писания Сканда и Пурану, Брихатнараде, Пурану и прочее. Ну, кто, у кого есть терпение все это читать? И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, и поэтому Госвами, в Сара Госвами Аштаке говорится, что же говорится там? Говорится, что эти Госвами, они вечные спутники Гуранги Махапрабху и Кришны, у них есть сила, возможность, способность изучить этот океан Писания Шабда Шастра. Она подобна океану, бесконечному океану, где Госвами, у них есть способность, они могут изучить это все и извлечь суть, буквально сливки со всех шастр. И вот они изучили это и свои заключения. Они извлекли суть всех писаний для нас, а у нас нет возможности это все изучать. И поскольку, несомненно, мы будем одурачены, и нас поведут не по тому пути, и поэтому Госвами, чтобы облегчить нам, они извлекли суть из всех шастр.
their activities. They know. They are giving cream to us. So now we have facility that Bhaktivinoda Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, they are giving on more accurate way, more filtered way. Not that Goswami Shastra is not filtered, but it is, you know, ambiguous. We cannot understand. So, you know, when intricacy is there, so secrecy is there, we common people cannot understand. No, заключение писаний, которые собрали для нас Госвами, они тоже очень высоки для нашего понимания. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, он седьмой Госвами. И у нас есть такая золотая возможность, что под руководством Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады у нас больше и больше возможностей совершать совершенный баджан. Мы очень удачливы, но в то же самое время, что мы неудачливы, что мы не заинтересованы в баджане. Все следуют Майя-деви. Майя-деви настолько строга, что она влияет на всех. Nobody out of the influence of Maya. Никто не может выбраться из-под влияния Майи. We are really unlucky. Мы очень без. We are lucky, but still we are. Мы в то удачливы и неудачливы в то же самое время. Then Bhaktivinoda Thakur speaking. И тогда Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, те, кто будут следовать этому месяцу, как следовать и когда. When to follow? Когда? And how to follow? И как? Actually, следовать. This time, actually, и вот в это see, время, смотрите, Пурушоттам брата она начинается таким образом. This, после того, как кончается Вайшак, и вот в вайшнавском календаре есть влияние Пурушоттам Маса, подобно тому, как Пурушоттам Врату мы начнем Харикатху в среду, но Пурушоттам Врата она касается этого среды в 5.30 вечера, и поэтому лучше я вот расскажу о славе Бхагаватам тогда, а следующий раз с 6 до 9 будет Харикатха. То есть вы должны следовать должным образом Пурушоттам Врате. Если не можете ходить на Харикатху, то это ваша неудача. I don't allow them to hear. They have many chances. They can go off. So I can say it very cleverly. I can say it this time so that nobody can come. Если Махарадж говорит, чтобы следовать Пурушоттам Врате, нужно вставать рано, и около 3-3 часов утра. Ну, и чтобы, ну, те, кто не встают так рано, они недостойны слушать о славе Бхагаватам. То есть Махарадж первый день, он будет, Махарадж говорит о славе Бхагаватам, то, что говорит Шрила Прабхупада и Шрила Бхактивинода Тхакур, это будет, в общем, Харикатха будет с Пурушоттама с 6 до 9 утра. И вот Голоканат, он дал все силы этому Пурушоттама, он стал очень могуществен. И это Пурушоттам Врата, вы должны следовать ей подобно Картику. Like just like Kartik Brother, you will have to follow everything. I can discuss this point. Deep down, when you are doing deep, подносить deep огонек светильник Господу. Насчет просада тоже тем же правилом, что и в Картик. Если можете принимать просад после 12:30 или часу, это, ну, при почитаемо. Если вечером один раз, это еще более предпочитаемо. Но зависит от вас. То есть нет такого жесткого правила.
ну, имеется в виду, что раз день благоприятно есть. Если не можете, это не столь важно. Вы слушаете харикатху, это главное. Если у вас есть эта сила, ну, если можете есть один раз после захода солнца, то это хорошо, но не обязательно. То есть ешьте сколько хотите, но слушайте харикатху, это гораздо важнее. Те, кто слушает харикатху в этот прошлый там месяц, совершают дамасеву, саду-севу, какое огромное духовное благо они обретут. Даже Кришна не может сказать об этом, какое благо обретут те, кто следует должным образом этого месяца, и особенно в этот месяц те, кто совершает саду севу, бхагават севу, слушает харикатху, принимает омовение в Ганге, в Сарасвате, в Ямуне. Я не могу сказать, какое великое благо они обретут. Это очень великое благо. Это месяц, он более значим, чем Картик. И вот относительно прасада и вот пощения, это... Но you can speak again, Vaji. Boiled rice you cannot take. Ну, то есть нельзя есть дважды вареный рис. Хавишьяна надо принимать. Хавишьяна means Хавишьяна, значит, categories there, подумать из особой категории в шастах описывается, которые не not going to, you know, put you in trouble. Не приносят проблемы. То есть несколько, как, например, молоко, оно относится к хавишьяне. Рис, то есть не какой-то дважды вареный рис, это плохо. Такой должен быть нормальный рис. Какие-то овощи тоже запрещены. Бринджил, ну, баклажаны, например. Parval, you should avoid, and in advanced species, you should use jirak. Jirak, you know? Jirak, you know? What do you speak? Korean. That you can use. That's very good. То есть нельзя какие-то такие же. This kind of. And spinach is good, but some special kind, like halancha. I don't know what you are speaking in English. Ну, в общем, нельзя какие-то определенные овощи использовать. Ну, на русском тяжело эквивалент подобрать, поскольку в России их нету. То есть какой-то шаг запрещен один. Ну, насчет фруктов нет, вообще никаких ограничений. Pouch milk not allowed, because pouch milk, there can be some problem, because they are, ну, а насчет молока, то есть, ну, в Индии хорошее, чистое молоко должно быть. Поскольку, ну, в Индии молоко обычно здесь делается без молока, то есть какое-то искусственное. Потом дал, какие-то виды дала тоже запрещены. Ну, в частности, ну, в общем, уже кичи готовы, дал, я не помню, какой запрещен, какой-то редкий. Chana rasa, the cheese, everything, pushpanna, paramanna, not that. То есть очень хорошо там масса, очень благоприятно такое готовить простую пищу, вроде хичри. And bread is a lot, chapati. Chapati, you know, barley, you know, is allowed. You know, shoti food allowed, shoti all is havishanna. Havishanna is this, you know, and milk. Buffalo milk, cow milk, Indian cow milk, buffalo milk and goat milk, chagal dud is avishan. Молоко можно буйволиное, коровье, козье, оно к овещанию относится, остальное нельзя. You know, and you know, one kind of lebu, you know, batabi lebu, what is called jambura, is called amish. For that, maize you cannot allow. Вот почему-то эти батаби запрещены. Мула, not allowed. Грейпфрукты. Not allowed.
нельзя эти какие-то. Сою нельзя и фасоль. Вот фасоль нельзя, также нельзя. Но а главное, вы должны слушать Харикатху и совершать больше Харинама. Харинама вы должны повторять 64 круга. Если вы не следуете наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, то как вы можете говорить, что вы Гауди? Чайтанья Махапрабху говорит, что вы должны повторять лак харинама, и тогда я могу даже не смогу принять воду с ваших рук, если вы не повторяете лак харинама. Махапрабху говорит об этом, те, кто совершает лак харинама, вы не поверите мне, но я видел Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он повторял харинам день и ночь, даже ночью, когда спал, он повторял харинам. Мы видели, Гурудев спит, но язык он повторяет харинам. Все видели, что Гурудев спит, а я брал. Но я был там, я спал. Ну, как собака на коврике рядом с Гурудевом. Если Гурудеву что-то нужно, я просыпался и помогал ему. У меня было такое служение. И вот у меня была возможность видеть, что Гурудев всю ночь повторил харинам. Он вроде внешне спал, но он харинам повторял. И вот таким образом вы можете развить эту способность, эту привычку. Я могу вам помочь как-то вдохновить вас, чтобы вы воспевали лак харинама. Не надо никуда ходить, в Картик-врату. И в Пурушоттам-врату вам нету, не нужно никуда ездить, слушайте Харикатху день и ночь. Вживую Харикатху слушать можно, записи слушать, повторять харинаму, служить туласи, омываться в Ганге каждый день. Но если с утра не можете, днем можно. Или вечером готовить. Но сами готовить. То есть, если какие-то непонятные люди готовят, вы едите то, что готовят какие-то непонятные люди, вы потеряете концентрацию, вкус харинаму и прочее, то есть под влиянием, вот через анью, через еду, влияние, осквернение приходит от других людей. Я могу это научным образом подтвердить. Могу бросить вам вызов, например, если что готовить. Чистые люди, вы будете чувствовать себя по одному, а если что-то нечистые люди готовят, вы чувствовать будете себя совершенно по-другому. И вот если вы получите милость Харинама Прабху, но перед этим, если вы получите милость чистых гур и вайшнавов, то будьте уверены, что вы можете повторить эти 64 круга за несколько часов. То есть, если вы будете, прямо по милости Харинама, вы можете повторить 64 круга за 2 часа. Но это, Махарадж имеет в виду, что это те, кто великие души, которые повторяют Харинам уже по лакху долгое время. А для начинающих 3, 4, 5 часов или 6 даже, то есть не столь важно, главное повторять лак харинама, поскольку не все могут сидеть и повторять харинам с безотрывным вниманием в одном месте, то постепенно вы разовьете, но время занимает. И вот таким образом Пурушоттам-врата, и также вы должны в Пурушоттам-врату предлагать лампады из ноги, либо на линсид, либо на этом
арахисовым или этим кунжутным масле. И много примеров из Пуран. Я цитирую несколько то, что говорил Шрила Бхактивинода Тхакур. И вот в Брихат Нарадия Пуране прославляется Пурушоттам Мас и в других различных Пуранах также. Особенно Шрила Бхактивинода Тхакур говорит Брихат Нарадия Пуране. And some incident I can speak so that you can understand the gravity of this. Я расскажу несколько случаев, чтобы вы поняли величие и значение этого месяца. Вот, например, Драупади, Сати. That Draupadi Devi in previous life, в своей предыдущей жизни, они Драупади Деви, она была дочерью Медариши. In previous life, she was the daughter of Medharishi. Она была дочерью Медариши. But actually, she heard something about the glories of Purushottam Vrata. Она что-то услышала о славе Пурушоттам Враты, но there may be some exaggerated thought this way. For this reason, that life, Draupadi Devi, that life. И, she was suffering so much. Ну, все, что-то там случилось, она страдала в следующей жизни. Big suffering that life. After death, after leaving body, и после того, как оставила тело, она опять родилась как Драупади. She was bound to come under the control of five husbands. И у нее было пять мужей. She was bound to come under the influence of five husbands. She was put into different kind of problems. И много проблем в лесу и прочих. In open, you know, assembly, there, you know, want to take. И даже этот сари на собрании ее хотели раздеть. This started by Duryodhana and Dushasana. Дурьотхана не хотели оскорбить ее. И какая же причина? Причина в том, что она не соблюдала этот Пурушоттам Мас, и поэтому много страданий пришло к ней. Другой царь, Дриодхана Раджа, находился в какой-то проблеме в Сатья-юге. И Валмики Муни, он сказал, что если ты будь следовать этой врате, ты избавишься от этой проблемы. И Панча Пандав, по наставлению Кришны, когда его отправили в ссылку, Панча Пандавы, они встретились с различными проблемами в лесу. И Кришна, он пришел как друг Панча Пандавов. Он говорил Юдхиштхира Махарадж: «О, Юдхиштхира Махарадж, ты так много страдающий, ты должен следовать этой Пурушоттам Врате, и ты избавишься от всех проблем». И по наставлению Кришны, Юдхиштхира Махарадж и Панча Пандавы, how to follow the same Kartik? Как следовать такому Картику? And you will have to show Deepa. Ты должен также подносить лампады на масле. But in forest you cannot get any ghee. Господи, но в лесу нету никаких ghee лампад. Но в лесу, ну тяжело это все делать. Where you can in forest you are? Ну то есть если нету. Getting proper prasadam here. Ну, там в лесу даже есть особо ничего, не то что там гинна-лампаде достать, но так или иначе они следовали Пурушоттам Врате и избавились от всех проблем. Дурьотхана царь в Сатья-югу, Валмики Муни дал наставление Пурушоттам Врата 2. Dhiradhana Raja, he was in big problem, crying day and night. Вот одному царю, он тоже не было куча проблем, и Валмики Муни сказал ему, что если ты будешь следовать Пурушоттам Врате, то Кришна благословит тебя полностью, и все проблемы уйдут, и нет никаких сомнений в этом.
И после этого, смотрите, это Пурушоттам врата. Same thing, Naraji heard from и то же самое Валмики слушал от Нарайна. В Бадрикашраме, и в Ясамуни, Шукадев знает, и в этой парампаре, ученической преемственности, мы все вайшнавское общество, у нас есть какое-то представление о том, как соблюдать Пурушоттам врату. Не игнорируйте ее, это мое наставление, согласно наставлению Шрилы Бхактивинода Тхакура, вы должны следовать, не надо игнорировать ее, будьте очень осторожны. Я говорю о том, что говорили Ачарьи, вы должны следовать, но опять в Хари Бхакти Виласе. Санатан Гусай и Расамрита Синдху можно найти различные наставления. Джива Госвами Пат, например, говорит, что есть какие-то преданные, они находятся за пределами всяких правил и предписаний. Они парамхамсы. И какие же правила для них? И Бхагаван Шри Кришна дает наставление Удаве. В 10 части Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, о Удав. Бхагаван Шри Кришна говорит, дает наставление Удаве, о Удав. Мадхавакто ва анапекчакаха шалингянам астрамам стекта чарет абидигучара. They are bound in rules. Они за пределами всех правил предписаний вы не можете. They are already there. They are strong nishtha. Они имеют сильную ништху. Unabated, uncontrolled nishtha is there. Ништха она. They are always there, running for Krishna. В них они стремятся к Кришне, очень сильная любовь, и вы не можете их как-то поместить их в правила и предписания, они находятся за пределами этого. То есть все заключения шастры, они для вас и нас, для меня и вас, они неприменимы к Шри Гуру Кришнадас Бабаджи Махараджу или Шри Бхактивинода Тхакуру, но все же они следуют, чтобы показать нам, что... Смотрите, я следую, и вы следуете, но на самом деле Джива Госвами Пати, Рупа Госвами и Санатан Госвами говорят, что эти правила и предписания, они не применяются к чистым преданным, которые день и ночь, они погружены в мысли, в чувства о Кришне, они день и ночь находятся во Вриндаване, и эти предписания они не могут причинить никакого проблем, они уже произошли их, и для них Шрила Бхактивинода Тхакура, после того, как он дал много наставлений, и Шрила Бхактивинода Тхакура дает последнее наставление для тех парамахамс, наивысших преданных. Для них нет никаких правил и предписаний. А для них, not applicable, it is spontaneous. То есть их это естественное состояние души. Они хотят слушать Харикатху день и ночь. Они всегда поглощены в мысли о Кришне. Just like a подобно тому, как человек, который очень напился, он уже не контролирует себя. И в Бхагаватам также говорится. То есть человек, который очень много выпил, то он же не осознает никаких правил и предписаний. Так и преданные, которые достигли высокого уровня, они уже полностью погружены в мысли о Кришне. Их жизнь — это Харикатха и Харикиртан, и они не отвлекаются ни на что. Go on doing. If you don't believe me,
First of all, если вы не верите мне, сначала вы повторяйте панчататву, не начинайте с харинама, а сначала, в начале всего, когда вы просыпаетесь, ваше наставление вам, как вы ложитесь спать или просыпаетесь, думайте о Шриле Прабхупаде, о Нарисимхадеве, Шриле Бхакти Сиддханте Сарасвати Госвами Прабхупаде и молитесь лотосным стопам Гауранги Нитьянанде. После этого, когда вы опять просыпаетесь, думайте о лотосных стопах Садгуру и о Вайшнавах. Вы должны помнить и произносить имена Вайшнавов. Вот Рагхунатха Дас Госвами, он кланялся 2000 вайшнавов каждый день, предлагал все полные распростертые поклоны. Он каждому кланялся, говорил его имя, вот, например, Шрила Рупа Госвами Пада Киджай, и кланялся, опять вставал, говорил Санатан Госвами Пада Киджай, он опять кланялся и вставал. No sugar can attack you. No sugar. Прессор, шугар. Ну, говорю, если так столько поклонов делать каждый день, то никакой диабет сахарный, ни прочие болезни нас не настигнут. То есть первое, как вы проснулись, ваша первая обязанность – это вспомнить гуру и вайшнаву. И вот вы проснулись, и нужно вспомнить Гурудева, его лотосные стопы, Садгуру, Шрилу Прабхупаду, Шрилу Бхактивинода Такура. Вы всех должны помнить. И вы должны помнить вот лотосные стопы Гауранги Махапрабху, вот там в Джагнат Мандире. И потом Сударшан, Сударшан Чакру. Эти три вещи вы должны помнить. Если вы таким образом совершаете вашу жизнь, то весь день никакая майя, никакие проблемы не придут к вам. Вы... It is practically you should, if you want to see practically, you are Mayavadi. Same Siddhanta I told you. No, same Siddhanta I told you. So that you cannot put this kind of question. It is not material thing so that you can forcefully enter and see. То есть стопы Махапрабху, нельзя просто там прийти там и увидеть. Это не материально, то есть нас не пускают в храм Джаганатха, это как бы вреда в этом нет, поскольку вот согласно этой шлоке, стопы Верховного Господа, их все могут созерцать. Они не ограничены каким-то храмом или какими-то пандами, которые нас не пускают. То есть он тот вишну Прамападам. Они вечно присутствуют. Вот Рупа и Санатан, они тоже не заходят, никогда не заходили в храм Джаганатха. А кто мы? То есть это как бы физически не зависит. И вот один случай расскажу. В Двапара-югу был один саду. Сурдас, he is praying in front of Gargamuni. Он молился, и вот Гаргамуни, он спросил, что же ты хочешь? Я хочу, чтобы я восстановил свое зрение. Я слеп. Почему? Я хочу видеть лотосные стопы Кришны, которые во Вриндаване. Кришна вот родился, он там играет с гопами. И вот он говорит, что вот они играют в Кришна Баларам, во дворе Нанды Махараджа. И Сурьядас спрашивает, можешь ли ты благословить меня, чтобы мое зрение вернулось, и я мог видеть. И Гаргамуни сказал, ты не можешь видеть лотосные стопы Кришны. Можешь ли ты видеть или нет? Не могу. Говори точно. Когда ты совершаешь киртан день и ночь, можешь ли ты видеть этого Кришну внутри твоего сердца? Да, я могу видеть его в моем сердце. И Гаргамуни говорит, и вот он и есть Кришна. Dark in color, very light. Темного цвета, подобен
дождевому облаку. Его тело подобен свету дождевого облака. Да, это Кришна. Ты уже видишь его. Так он Кришна, да. Я могу видеть это внутри моего сердца, когда совершаю киртан. Но зачем тебе глаза? Ну, подумай дважды перед тем, как что-то просить. Если я благословлю тебя, ты зрение получишь назад. То ты можешь видеть материальный мир и Кришну также. А сейчас ты только Кришну видишь и никакой скверны, что ты хочешь. И тогда этот Суридас говорит, нет, я не хочу никаких глаз, я лучше буду созерцать Кришну внутри меня. А внешне быть слепым не так плохо. И вот мы хотим также стать слепым, подобно Суридасу. Мы не хотим видеть никакие красоты этого мира. Вы смотрите за собой. И тогда вы можете обрести силу. Если вы можете будете следовать мне, я сидя на Вьясасане, говорю, вы станете успешными, если у вас есть Садгуру. Если вы искренне, если обрели Садгуру, то вы можете развиваться. Я даю такой обет, даю такое решение. Но если вы не искренни, то я не уверен, что вы сможете стать успешными. Если я вижу искренность в вас, то я могу говорить Харикатху дальше, а если нет, то нет. То есть весь мир сегодня врет. То есть никто не может видеть вещи такие, как они есть. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, те чистые преданные, у кого есть любовь к Кришне, для них нет правил и предписаний. Но все же они единственные, что они хотят воспевать славу Кришны день и ночь, они могут делать это. И то все правила предписания, они в этой категории. Но чтобы помнить Кришну и не забывать, то есть автоматически. И вот таким образом вы должны следовать Пурушоттам Врате очень аккуратно, очень внимательно. Я не могу пойти ни на какие компромиссы. Если я умру, это хорошо. Но, то есть если я умру, я все равно обрету Кришну. Гуру Махарадж, Гуру Падпадма говорил. Что я могу стать успешным или умру на пути баджани. Баджана, вот мой Гурудев говорил, делай или умри. И таким образом мы должны следовать этой Пурушоттам Врате, подобно Картику. Сейчас такой дождливый сезон, нужно иногда жарко, иногда холодно. А прошлый Пурушоттам месяц я был в Силигури. А Харикатха была в Видан маркете, надо было ехать около там 7 километров, и вот мы ездили утром и вечером, ну и по милости Кришны, беспокойства не было никаких таких проливных дождей. И вот Харикатха проходила два дня, утро, два раза в день. В этот раз будет с 6 утра до 9 утра. А если вы спите, то спите дальше. Вот начнем с ровно с 6, ровно с 6. То есть вечером не будет, с утра будет с 6 до 9. This year I'm not getting enough. Okay, this is because
Sometimes if it happens so, there is strong rain, big problem. Вечером особенно шторм бывает, дожди. Вот если утром будет дождь, какая-то буря, гроза утром, то будет в 3 часа, если какой-то там шторм, что невозможно пройти, то, соответственно, переносится с 6 утра до 3, с 3 до 6. Вот так вот будет. Then it is the if any instruction if any you know question you have you can put если in какие-то front of вопросы you. Спрашивайте. If you have any question, Vancha Kalpoduroshi ke basindi bevaje putitanan babane bhavishno bhyo namo. And is it starting Srimad Bhagavatam from the beginning or how is the? No, beginning. So I see. Это вопрос Шримад Бхагаватам, откуда начинается, что Махарадж будет говорить. То есть Махарадж будет говорить на 6 часов в день, то будет хорошо, но я попытаюсь вам в 3 часа рассказать то, что больше. Поскольку каждую шлоку я могу месяц обсуждать это. Тяжело, но я пытаюсь сократить. So, Vyasasan, nobody should touch Vyasasan. I can sit, I can come secretly and put puja Vyasasan and I can fit my asan. And at least on when Tuesday, I think. Tuesday, I can 1 hour I can come 6 o'clock to 7. Tuesday, one day before, because Purushottam Bhagavad already touching, so why should I miss? Yes. Anyway, I am not going anywhere. I am always put in trouble. So seva. Which time? 6 o'clock evening. Next that day. Because 5:30 Purushottam Vrata starting. А вот следующий харикатха будет. Only 15. It's 15. Only for that day 1 hour I can come. On 15. 15. А вот следующий харикатх будет, просто там месяц начинается 15-го с 5:30, соответственно, харикатха будет с 6 вечера 15-го числа, с 5 или с 5 до 7, но это уточним еще. The month, then after the lunch, maybe Sunday. Be careful. Always keep the phone with me any time. He can inform you. I am coming. You can ready. Okay. No question, nothing. But still, I can speak some mantra. Махарадж произносит мантру, которую нужно произносить во время месяца Пурушоттам, кто знает. Но не все знают, Махарадж может произнести ее. Есть еще мантра, есть. Actually, this mantra и вот эта мантра. This mantra, I can speak next day. You can record or you can write also. Govardhanam Rangmande Gopalam Gopurupinam Gokulo Masava Yushanam Govindo Govikapriyam. I can speak this mantra. But today some mantra is also I am speaking. But Krishna is giving some power to Krishna to this Purushottam Asmai Samarpita Sarve Jeguna Mai Sanstita Asmai samarpita sarve je guna mai sansthita mat sadrisham upagamya masanam adipo bhavet. What I am speaking? In Sanskrit it is written. Asmai. Asmai samarpita sarve je guna mai sansthita mat sadrisham upagamya masanam adipo bhavet. Krishna Bhagavan speaking. И вот Кришна Бхагаван говорит все свои качества. Я даю тебе, что у меня есть в этот месяц. Я вкладываю все качества, и этот месяц он станет лучшим из всех. И те, кто могут следовать это Пурушоттам Врате, что они обретут превосходство.
кармани васмасват критва маме вайшаши вайшати маме вайшати асансейо. Асансейо. No doubt. Нет сомнений, те, кто следует Пурушоттам Врате, будьте уверены на 100%, они вернутся к мне. Кармани бхасмасват критва маме вайшати асансайо. Окей? Банде навагьяна свямам дивуджам муралидхарам питамбарадхарам девам сарадхам пурушоттамам. That means пурушоттам, who is the... Это значит, что пурушоттам кто? Верховный Господь, это Пурушоттам Врата, кто это? Это сам Кришна с Радхарани. И в этой мантре говорится. Навагьяна свямам дивуджам муралидхарам питамбарадхарам девам сарадхам пурушоттамам. То есть Рада Кришна, Вриндавана Чандра, они божества Пурушоттама, каких деваты Пурушоттама.